Друзья, всем привет! Это компания X-Motors. К нам поступили такие интересные спасательные наборы для лодок, утвержденные ГИМСом. Они идеально подходят для регистрации катеров и лодок в ГИМСе. Сейчас покажем, что находится внутри и для чего все это необходимо. Открываем наборчик. Крышка водонепроницаема. Открывается довольно-таки тяжело. В комплекте идет фонарик. Все упаковано в пленочке, все аккуратно. Три светодиода, кнопка вкл-выкл и шнурочек. Дальше. В комплекте идет свисток, непотопляемый свисток, огниво и компас, также на шнурке. И, конечно же, для регистрации конец Александрова. 15,2 метра длиной. Очень качественная нить. Ну и, соответственно, необходим еще черпак обязательно в любой лодке, при любом выходе на воду и для регистрации в ГИМСе. Здесь две ручки, две прорези. И, соответственно, сам тубус можно использовать как черпак. Обращайтесь к компании X-Motors, доставка по всей России. Отправляем транспортными компаниями.